мы примем постановление исполкома, которым обяжем Чедорлунское ДЭО осуществить ремонт двух улиц в черте города. Это первая улица Сергей Лазо, где спускается машина скорой помощи, а вторая улица, где люди едут на церковь, монастырь. Эта дорога в кошмарном состоянии. Вот эти две дороги, они должны быть сделаны. Господин Дудник, я прошу вас активно подключаться к этой работе. И третья улица, это улица, которая ведет на Твардицу, дорога через Буджакскую улицу. Эта улица в кошмарном состоянии. У местных органов власти есть серьезные проблемы по части финансирования. У них возможности ограничены. Они не смогут выделить деньги на ремонт. На первое место, конечно, надо поставить Буджакскую, потому что там движение транспорта, и в том числе и объездной транспорт, и так далее, нам надо делать его.